Дорогие земляки, одноклассницы, одноклассники, я решил свои стихотворения прочитать, записать их и выставить в интернет для прослушивания. Это очень удобная форма. Все мы до сих пор еще продолжаем трудиться. И часто домой возвращаемся уставшие, и хочется отдохнуть, прилечь на диван, и здесь как ни кстати нажатием кнопки можно прослушать полюбившиеся стихи, окунуться опять в то время прошедшее. Я думаю, что вам эта форма понравится. К сожалению, одно стихотворение было написано чуть позже, чем делались эти записи, и оно не попало в тот объем стихов. И я решил его сейчас записать для вашего обозрения. Называется оно «Мамины руки». Там с синего неба бездонная высь, и солнце с улыбкой с небес смотрит вниз. Поляны в тюльпанах, родник под скалой. А можно ли детство расстаться с тобой? Живет мое сердце в том городе детства, и нам никуда друг без друга не деться. Там только весна и дни теплого лета, там трель соловья и все краски рассвета. Там мамины руки с теплом и любя так нежно всегда обнимали меня. Что мне было нужно, ночами она своими руками все шила сама. Постелька в кроватке, одежда моя, теплом ее рук согревали меня. Окончилось детство, но где б ни бывал, теплее, чем маминых рук не встречал. Года пролетели, в висках седина, уж дети детей обнимают меня. Кто внуков дождался, они подтвердят, какие прекрасные ручки внучат. Но если бывает, грущу иногда, мне маминых рук не хватает всегда. Так хочется этой унылой порой, как в детстве бывало, прижаться щекой. Ну а теперь можем продолжить прослушивание остальных стихов.